Цена человеческой жизни, она уже расписана. Да ему надо не есть, не пить, не одеваться, чтобы не купить в конце жизни квартиру. Но я вам хочу сказать, человек либо продает, либо продается. Если человек не планирует свое будущее, он планирует что? Свою неудачу. Цена человеческой жизни, она уже расписана. Давайте рассмотрим. $300 зарплата, $300 в месяц на 45 лет, $162 за всю нашу жизнь. Хорошо, $500 зарплата на 12 месяцев, мы видим сумму $270,000. Ну и если есть такие у нас люди, которые менеджеры хорошие, зарабатывают по $1000 в месяц, это выходит $540,000. Я хочу сказать, это путь бомжа, да, человек без особого места жительства, потому что ему надо не есть, не пить, не одеваться, чтобы не купить в конце жизни квартиру. Итак, с чего начинается бизнес? Любой бизнес, неважно какой, он начинается с продаж. Многие люди это слово не любят, но я вам хочу сказать, человек либо продает, либо продается. Этот план уже распланирован. И если человек не планирует свое будущее, он планирует что? Свою неудачу. Вы знаете, мне очень нравится эта фраза, почему мне должен устанавливать прожиточный минимум тот, кто живет на прожиточный максимум? Почему мне должен устанавливать прожиточный минимум тот, кто живет на прожиточный максимум? Если мы сами не будем планировать свой прожиточный минимум, то нам его установят. Всегда человеку нужен волшебный пендель, чтобы заставить его что-то делать. Многие люди даже не задумываются, как быстро проходит его жизнь. Мы живем вообще, если так смотреть, человеку расположено жить 120 лет. На сегодняшний день мне 37 лет. Для великих свершений каких-то в жизни остается всего лишь 28 лет. Но мы же еще не знаем, что такое время. Но я хочу сказать, что я когда общаюсь со своими менторами, это люди, которые зарабатывают хорошие деньги, и они говорят такую фразу, что самый свободный человек – это тот, который дорожит каждой секундой своего времени. Человеческая жизнь состоит из одного дня. И если мы знаем свой один день, мы можем предсказать свое будущее. Да? И давайте рассмотрим, куда уходит наше время. 10 минут на туалет с утра. Если взять это за год, то это получается 7,5 дней. За 5 лет 37 дней уходит только 10 минут, потраченное возря. За 30 лет это уже 225 дней. То есть всего лишь 10 минут, которые мы тратим. 15 минут на завтрак. Это еще за год уходит 11 дней. Да, за 5 лет 55 дней и за 30 лет 330 дней уходит. Всего лишь 15 минут мы позавтракали и потратили свое время. 30 минут на дорогу. Это за один год еще 23. За 5 лет 115 дней и за 30 лет 690 дней уходит у нас, по сути, в никуда. Час посидели в соцсетях, ну и 2 часа посмотрели какой-то сериал. Ну и 2 часа на семинар. Итак, давайте посмотрим. 3 часа 55 минут уходит в день никуда. Я уверен, что у каждого из нас уходит намного больше времени никуда. И я взял 3 часа 55 минут. Итого, за 30 лет у нас еще 14 лет жизни уходит. Просто покушали, посмотрели, посидели в соцсетях и так далее. Теперь давайте сведем таблицу жизни. Среднестатистический возраст 65 лет. Мне сегодня 37. Для великих свершений осталось 28 лет. 3 часа зря потраченных в день минус 15 лет. Итого, 13 лет для свершений. То есть времени у нас по факту не осталось. И когда человеку предоставляешь возможность, он говорит, у меня нет времени. Я говорю, приди на семинар, возможность появляется. Нет, у меня нет времени. А на что ты тратишь свое время? На работу. Я говорю, так инвестируй. Он говорит, так у меня денег нет. Я говорю, так а что ты делаешь? Работаю. Я сижу и не понимаю. Так инвестируй. Он говорит, у меня денег нет. Я говорю, а что ты делаешь? Работаю. Я говорю, так как ты работаешь и денег нет? Зачем ты тогда свое время тратишь на то, что не дает денег и не дает возможности инвестировать? То есть вот такой порочный круг. Оставайтесь с нами, смотрите наше видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Олимп 24. Вместе мы достигнем большего.